Естественно, блядь. Какая смотри пососнела просто не игра! Господи, какая санина! Раунд 1. Файт! Чё ты? 660? Чё это такое? Чё? Вот тот ряд, где я сидел, там не было ничего, просто только сидушки, да? А вот ряд следующий, там сидушки, и перед ним еще какое-то, не знаю, типа, как ограждение такое, типа, на которое там вот облокачивались люди. И вот, короче, парень сидел вот так вот, вот так вот, облокотившись, весь концерт, и слушал, короче. Эта тёлка просто затрахала. Она сделала, наверное, фотографии 200, наверное, с этим чуваком. То есть, я не знаю, видимо, у него концепция была такая, что она фотографировала на телефон, так, чтобы было, типа, вот в левом углу видно, типа, сцену, хотя там ничего, естественно, видно, просто пятно такое светлое, естественно. И, а в другом, чтобы было видно, как вот так чувак, типа, сидит, так задумчиво смотрит. Просто жесть, меня так бомбить начало. Ну, то есть, ну, сделала пару фото, окей, да? Ну, там, ну, 20 фото, ладно, окей, чтобы выбрать хорошее. Но она реально штук 200 сделала, просто на каждой песне такая, вот так, и так, потолкает его, чтобы он там вот и палец так показал. А чувак сидит просто такой затраханный, просто вот просто сидит так. Она уж и так к нему, и так, и сяк. Я такой, да ёб твою мать, успокойся просто. О, снова реклама гандонов на Твиче. Кайф. Мы захватили цель Бахлан. Не, дружище. Вот, блин. Быстрого спуска. Блять! Быстрого спуска есть. Он там застрял вообще. Понял! Понял! Все, не дурак, понял. Так. Чувак, что тебе надо-то, а? Знаете, мне кажется, что-то не то у нее с ногами. Прям совсем не то. Ну-ка, можно их топтать? О, пина инвалидов! Ну! Все нормально у тебя? Понял. Когда-то я был детективом в Кримсон Сити. И у меня была семья и счастливое будущее, но потом мне прострелили колено. Похудеть щеки, но не получается. Пытаешься, чтобы похудели щеки, а худеют сиськи, да? Бабская же за. Бас. Питерман стол май бас. Едри. Это гигантский павук? Да, это гигантский павук. Заметьте, насколько все было спокойно. Пока опять не появилась баба. Два мужика такие, вот, здорово, нормально все, нормально, да, слушай, вот тут нашел, сейчас на автобусе покатаемся, нормально все, да, пойдем, все хорошо, без паники. Только зашли, прибегает баба, пожалуйста, какой-то гигантский жирнич паук блюющий приходит, блин, все через жопу. Ты че, хоть Джозеф, блин? Не надо! Су!
сука, крыса, падла, гнида. Смотрите, смотрите. Называется «Я у мамы модель». А? А? «Я у мамы модель». Чуваки, сегодня не получится завести поток, прилетают знакомые из Самары. Надо их забрать и как показать Питер Брюк. Сори, стрим завтра. 89 комментов. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Нормально, довольно быстро. Хуесос, крысы, не завел, блядь. Гнида, ебаная тварь, говна, сучара. Паскудник, не завел один стрим. Я пришел с работы, блядь, ты обязан стримить. Я задонатил тебе 30 рублей год назад. Тварь ебаная, блядь. А тебе неприятно. Конкретно то, когда с тобой начинает разговаривать твоя тянка, то это означает, что надо нахуй дропать. Наоборот, тянка, в которую ты влюблен, ты должен любить, когда она просто рот открывает свой, ну, чтобы сказать что-нибудь. Типа тебе должны быть приятные звуки из ее рта доносящиеся. Нет, 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 нет. Кто не знает, они начнут сбрасываться с скалы сейчас, как, блядь, король и шут. Сижу в чата часто. Помнишь? Нет! Спасибо огромное за переподписку. Ебать, пацаны, они все сбросились нахуй. Да прячься, Патрик. Nice song. Окей. Мы это уже видели. Проведу чудесное время с вами, романтик. Окей. Ой, блядь! Чё вообще за хуйня? Стоп. Ты чё рофлишь, блядь? По сути, смотрите, друзья, вчерашний день, 2018 год, 18 июля. Кстати, интересно, как чемпик в России закончился. Финал Аргентина, Алжир, блядь. Чё нахуй? Алжир? Рофл? Чё за бред, блядь? Что вообще такое возможно? Такие вот группы были у нас. Испания, Япония, Мексика, Россия. Россия не вышла из группы. Нереалистично. Германия, Колумбия, Босния, Австралия, Франция, Алжир, Коста-Рика, Италия. Италия вышла в чемпионат отсосала. Чили, Гана, США, Южный Корея, США, блядь. Гана, Чили. Вообще просто рафлан на чемпионат. Раунд Испания, Германия, Франция. Алжир обыграл кого? Самое интересное. Чили. Уже невероятно. Дальше Алжир обыгрывает Испанию 2-1, блядь. Потом в полуфинале Алжир разъебывает Бразилию в длинное время. Пиздец. Германия, Бразилия, третье место. И Аргентина, Алжир. Жалко, что Алжир еще и не выиграл. Бред. Жесть, Алжир крут, конечно. Шо, блядь? Ой, хорошо, на четвертый захожу. На пятюню переключился, машина аж подпрыгнула, как настоящая. Бля, как же охуенно ездить тут. Скачивай, что шманера, блядь. Как заднюю скорость подрубать? Как заднюю скорость подрубать? А, понял. Fast and Furious! Ебать! Ебать, что у него происходит с машиной? Найс! Да иди нахуй, долбоёб! Чё ты едешь по разным, блядь, траекториям, педик? Фак. Сори. Ну сейчас разгоняемся жестко. Ебать! Я что-то думал, что здесь не будет поворота. МП еще есть, там точно вроде есть 24 часа. 24 часа, если только со смены, знаешь, стримхату гоночную устроить, сидеть и по 3 часа меняться. Потому что они же там меняются, там максимум смена может быть часов 6 максимум, или часа 4 максимум может быть. Так, а ты где? Ты позади меня? Я в жопе в полной. А я вижу, да. А чё ты со стартом? Я не могу. Чего? Чё за бред? Чё, это пинг такой? У меня машина не едет просто. А чё случилось? Тут все очень странно едут. Я не могу ехать. У меня машина не едет. What the fuck?
О, найс. Ай! Блять! Умри, дура, блядь! Ты заебешь, блядь, своими ногами гнойными, пизда! О, да она как... Эй, чего мне уже быстрее? Чего мне уже больше набралось? А, я не нажимал нихуя, блядь! Я ничего не нажал! Я не нажал, я не знал, я думал, само будет. Драг Рейсинг подрублен. Вот так он будет выглядеть. Блядь, 2 года назад подрубал последний раз. Можно 100 тысяч поинтов поставить и выиграть миллиард. Около миллиарда примерно. А, почему на Drag Racing дорожки только для машин? Не понял вопрос, наверное, потому что тут участвуют машины. Чего в этой игре одни машины, блять? Не, ну есть люди еще. Ты что, наркоман, что ли, блять? Я понял, это гениальная шутка, это просто гениальная шутка. Жесть, гений. Ну ты знаешь, типа, а почему ты выделил, что именно на драгрейсинге? Почему ты не сказал просто, почему дорожки в этой игре, типа, дорожки только для машин? А ты именно выделил драгрейсинг? Я... задумался, почему. Хотя наркотический рейсинг. Ладно, неважно. Неважно. Или что? О, спасибо. Ха, спасибо. Appreciate that. Бля, я в говне. Я 6-й еду. Это просто пиздец. Что? Что, блядь? Простите, what? И самая крутая в песне хуйня играет. 1, 2, 3, пошли нахуй! А, нет! Он подкрался! Сука! Он подкрался, блядь! Сука! Главное, чтобы двигатель... Не заглох! Победитель! Что? Что? Он так же приехал! Что? Ой, блядь! Пиздец. Страшно было. В VR я бы, наверное, умер. Воняться? Я надеюсь, я ничего не сломал. Да, сука! О-о-о! Господи! Приятного аппетита. Great, let's wrap this up by giving me a new license plate. Yeah, just to really drive home that unique new look. Подарок от фирмы, сэр.
Привет. Ты можешь еще чем-то сыграть? Конечно. Да это же, блядь, невозможно сделать. Как я здесь перепрыгну четверку, не задев ничего? Как? Ну еще раз давайте, смотрите. Вот еще раз. 4. 2. 1. И мне нужно через две клавиши перепрыгнуть. А, можно же вот так. А, чистилище. Уходишь. Бля! Бля! Бля, 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 бля! Нормально, 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 Need for Speed Underground. Все хорошо, это мой фирменный заход в поворот, так сказать. С криками, воплями. Ой, как плохо, ой, как свински это было, ой, бля, ой, и свинью гонки получает, блядь, гонщик из Тольятти, ой, как плохо, бля, как мне стыдно сейчас перед этим немцем, ой, бля. Well met. Watch out! What? Oh, what the? Todd, how do you survive that? How do you survive all that? What the f- Wait, is it dead? No, wait, he's dead. I'll let you live this. Stop! You violated... Thanks for coming. Since we had the hero of Kavach available, I didn't think it made sense. Ну-ка, ну-ка. Хотя бы малиновую. Красненькую, малиновую. Чё? Это, кстати, предпоследняя Bloodsport. Я молодец. Это охуенно. Германик, покажи жопу более крупным планом. Что это сейчас? Я показала. А ты пахал? Почему Факер, когда едет в машине, закрывает все окна? Он думает, что воняет снаружи. Выливай весь кипяток и беги. Он опаснее, чем вы думаете. Между прочим, подходить нельзя, пока реакция не закончится. Разумеется. Ни хрена себе. 320.
Ну, 300, окей, я знал, что примерно 300. В Цезароле... Фу, отойди, уйди. В Цезароле поболее. Ну, блин, ну нельзя такие делать близкие, это несерьезно. Нужны градации, ну, ребят. Нужны градации. Не думаю, что 600 где-то, да, 472, вообще легко. Chicken McNuggets, 9 штук. Они не очень калорийные. И опять же, соусом или без соуса, мы не знаем. Мы не знаем этого, поэтому ваш вопрос. Каждый где-то по 60, да? Я совершенно не открыл калькулятор и совершенно не умножаю 60 на 9. А, 540, ну тогда я скажу 403. Нет, 402! Тупая девочка пришла на сайт угадывать калории. 403, пошла нахер отсюда, курва! Поездку за границу. Эль-кёлк, поездка за границу. Совместные планы. Обсуждали, но только на словах. А какие еще должны тактические карты нападения, блин? Как часто вы видитесь? Почти каждый день, несколько раз в неделю. Только на выходных, потому что у нас намечается траходром. В смысле, Эль-кёлк 15 лет. А потому что мы пойдем в аквапарк. Забежал в Starbucks, купил себе зеленый жасминовый чай, мой любимый, который я обычно пью всегда. Ёбаный в рот. Пласк на этой стримхате был нашим алкодилером. Мы каждый раз, когда покупали алкоголь, он покупал бухло типа за свои деньги. Говорил, похуй, потом отдадите. Но никто не отдал. Он как бы это в нашу канву написал. Чуваки, я там около тридцатки потратил за всю стримхату на бухло. Может, кто-то что-то скинет. Хоть часть отбить. Но все как-то грамотно задолжили его. Блять, да что ж такое-то, а? Дом, за счастье которого сражался, то был отринут, изгнан. Сражаясь с тем, чего они боялись, он стал в их глазах кем-то иным и перестал быть защитником. Покинутый своим народом, он ушел в пустоши. Он ушел далеко на север и добрался до великих камней. О, господи, это идеально заходит! Ну ладно, хватит на этом. Ищи мне порнушку, Алиса! Ищу для вас ответ. Не-не-не-не-не-не, забей, я пошутил, блядь. О, не-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 не. Житомир! Как-то не очень похоже на город. Попробуйте еще раз. Или можете попросить у меня подсказку. Нихуя, блядь. Не, ну неплохо добил, неплохо. Ой, иди нахуй, блядь, это что, блядь? Дай, блядь, это дробовик. Тихо, стой, давай! Русский вперед! Россия! Россия! Красота! Лепота! Русь, матушка! Да-да-да-да! Так, ладно. Best, I do my best. Спокойно! Это ли не чудо, граждане? Наверняка это работа самого великого ведьмака Мэдэнами. Это ли не чудо? Вы только посмотрите. Могли ли мы поверить в это еще вчера? Давай покажи мне это. Чек не куст. О, боже!
Да хватит так пугать! Ну алё, блин! Наркоман, блин! Ты что, дурак? Ну хватит пугать меня! Идиот! Улыбчики. Молодцы, какие вы у меня хорошие ребята! Какие вы умнички! Улыбочки! Ой, ебать, она все зацепилась! Ну это... Но это не столб, это не так. Больше пива? Меньше пива. Может, я тоже что-то подобное? Может, я вообще языком доску вытирала перед уроком? Кто знает. Мыло-то я помню, как пробовала, а мел не помню. Эй. Купить мел для еды. Интернет-магазин мела. Так, Блэд. Вот, значит, смотрите. Это Люси. Она типа людей боится, но к нам она уже привыкла, и она нас очень любит. А это Сима. Они две подружки. Что такое спать, вот я тоже не знаю. Будь все время на чеку. Если можешь не спать... Не спи. Сон для слабых. Чё бы такое, я не знаю. У меня нет мороженки. У меня есть крем для рук. Похоже? Один в один. Никого нет. Не-не, никого нет. Сработало. Сейчас очень страшно будет. Я не столько тупой, чтобы сдохнуть от камня. Нет, настолько. Сека! Сека! Когда Fortnite? Бля, ёбаный в рот. А вот теперь, блядь, мне найти не машину, я думаю, что помню, где-то её ставят. Здесь будет стреляшки. Худшее, что ты можешь сказать своему ребенку после смерти собаки. Ты приемный или ты приемный, а собака родная была. Слушай, Алиса, ты приемная. И горжусь этим. Даже сказать нечего. Она меня уделала только что. Слушай, Алиса, включи песню про возвращение домой. Ну как бы это, наверное, есть их основная функция мешать проходить. По-моему, я в говне. Короче, я буду везде так сидеть, чтобы не умирать. Это так тупо было. Они убивать не хотят. Их цель ты. Ладно, секретничай. Но скажи он хотя пошли. Бы, как отсюда бежать. Мне. Вот фетиш. Почему он так медленно идет? Он же принц. Принц Перси. Чего он лывится? Он, походу, он доволен. Смотрите-ка. Он такой, наконец-то. Спустя три части я смог взять на руки женщину. Мне нужно сигануть на пояс, насколько я помню. А, пиздатый уровень, кстати. This is the wrong way.
This is it. This is it. Что с Алдуином, ребята? Куда полез молодой? Стоять, вы арестованы. А, ну ладно, он он решил переиграть, ребята. Это альтернативная концовка The Elder Scrolls, как говорится, Skyrim. Все, я... лестница в небо, ребята. Ух ты, в 3D очках, чувак. Прикольный. Так. Ай! Я его выкинул? А, не важно. Все, победа. What do you mean so painful to watch? This is 10 minutes into the game, Lucky Dave, you dumb fucking little shit kid. Get the fuck out of my channel, you fuck. Go fucking suck on a dick somewhere else. Fucking 5 minutes into the game, man. There's so many battle royales with subtle ass changes. I don't fucking masturbate to games all day like you. Чики-брики и в дамки! Чики!